Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 23 декабря 2019 года. Кроме томатов, я приобрела еще вот такие чудесные огурчики, веселые гномики. Я их сажала в прошлом году. Сладкие, вкусные, нежные, идут на засолку, на салаты. Просто чудо! Их можно выращивать как в открытом, так и в теплице. Это партенокарпический гибрид. Завязывается 3-5 огурцов в каждом узле. Не требует опыления. Прекрасные огурчики. Я их в прошлом году сажала и в этом году искала везде, еле их нашла. Но хотя весной в прошлом году их было свободно в продаже. Вызревают уже первые огурчики на 38-й день. Плодоносят до осени. Все, их как пойдешь на огород, их много и много, и много-много. Да столько они надоедали, что я в прошлом году не выдержала, повыдернула косы и повыбросила. Было столько много огурчиков. Ну вот и все, познакомила я вас с прекрасным сортом веселые гномики. F1 гибрид. Покупайте, не пожалеете. До новых встреч!